Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем конкурсные прослушивания третьего раунда второго международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова в Красноярске. Good evening, ladies and gentlemen. We are continuing the audition of the third round of the second Viktor Tretyakov International Violin Competition in Krasnoyarsk. В третьем туре конкурсанты исполняют концерт для скрипки с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Напоминаю, что циклическое произведение не предполагает аплодисментов в перерывах между частями. The program of the third round includes concert for violin and orchestra by Wolfgang Amadei Mozart. В программе принимает участие Красноярский камерный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Бенюмов, дирижер Мария Бенюмова, Германия. The performances of the semi-finalists are accompanied by the Krasnoyarsk Chamber Orchestra, artistic director and principal conductor, honored art worker of the Russian Federation, Mikhail Binyumov, conductor Maria Binyumova, Germany. На сцену приглашается Петр Федотов, Россия. Петр Федотов, Russia, is invited on the stage. Вольфганг Амадей Моцарт, концерт для скрипки с оркестром номер 5, ля мажор в трех частях. Thank you.
Конкурсные прослушивания первого дня третьего раунда завершает выступление Марии Дуэньес, Испания, Австрия. The last participant of the first day of the third round is Maria Dueñas, Spain, Austria. Вольфганг Амадей Моцарт, концерт для скрипки с оркестром номер 4, ре мажор в трех частях.
Thank you.
Thank you.
Конкурсные прослушивания первого дня третьего тура второго международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова в Красноярске завершены. Продолжение завтра в этом зале, начало в 19:00. The first day of the third round of the second Viktor Tretyakov International Competition Violinist in Krasnoyarsk is over. We will continue tomorrow at 7 p.m. Thank you and goodbye.